Жилой дом на улице Чаянова. Мы приглашаем на сцену создателей проекта, представителей компании «Экотепло». Ваши аплодисменты и, конечно, поздравления. Выразить огромную благодарность фирме «Зеленоградстрой». В номинации «Школьные и дошкольные учреждения» лауреатами конкурса признаны детская музыкальная школа номер 71 в Зеленограде. Мы приглашаем на сцену создателей этого проекта, представителей компании «Зеленоград Проект», «Зинвест» и «Зеленоградстрой». Пожалуйста, фотография на память, покажите свои дипломы. Поздравления. И также образовательная школа номер 1652 на улице Верхняя Красносельская, представлена на конкурс компаниями «Инвестспецстрой» и «СМО-1 Метростроя». Приглашаем представителей этих организаций для вручения дипломов. В номинации «Объекты медицины» лауреатами конкурса признаны поликлиника в Зеленограде, представлена компанией «Главмострой», и медицинский реабилитационный центр на базе городской клинической больницы номер 31 на улице Лобачевского, представленный медицинским реабилитационным центром «Здоровье для вас». Приглашаю на сцену создателей. Сгорели под себя. Эти аплодисменты для вас, памятная фотография. Благодарим вас и поздравляем. Это номинация «Объекты медицины», лауреаты конкурса. Отдельная благодарность руководству Зеленоградского округа, которые дали реализовать компанию «Главмострой» проект. Спасибо. Номинация «Объекты культуры», зрелищные и спортивные сооружения, построенные московскими участниками инвестиционно-строительного комплекса в других регионах России и за рубежом, спортивный комплекс «Камчия» в Республике Болгария стал лауреатом конкурса, и приглашаем на сцену представителей санаторно-оздоровительного комплекса «Камчия». Мы поздравляем вас со всей души. Готовить будущих и настоящих олимпийских чемпионов и встречать ветеранов Олимпийского движения России. Спасибо. Приезжайте. Представляется заместитель руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Сергею Гавриловичу Дегтяреву. Мы сегодня подвели итоги 2012 года. Там труд, вложенный за 6-7 лет. И, конечно, вот такое короткое награждение, оно не дает прочувствовать и вспомнить, может, даже в своей быстродействии те огромные затраты труда, нервной энергии, всего, что было сделано, чтобы эти проекты были реализованы и награждены. И за возрождение лучших московских традиций и за другие достижения. Поздравляю всех участников конкурса.